Здравствуйте, уважаемые зрители. Мы находимся в музее имени Костеева, город Алматы, Республика Казахстан. И я сейчас покажу интересную скульптуру. Правда, тут вот эта вот табличка с данными, она уже сломана. Тут вот можно разобрать Руслана Канаев, Дон Кихот, скульптура. 2013-2014 год. Смешанная техника. Но смотрите, какая она. Очень-очень даже. Мне нравится. Здорово. Ну, сделано, короче говоря, из разных запчастей. Шестеренки. Тяги какие-то, болты, шурупы. Пружины, цепи. Но очень-очень гармонично. Вот хвост. Такой оригинальный. Здесь, кстати говоря, я по первой профессии водитель. Вот здесь вот шатун и поршень я разглядел. Ну вот, надо отойти, чтобы показать. Потом, тут, конечно, чуть-чуть против света. Вот копье. Копье, я подозреваю, сделано или вал ГРМ, или коленвал. Вот. Ну, их несколько тут сварено. Вот голова лошади. Животное. Ну и такой персонаж, как Дон Кихот. Благородный герой. Вот. Здесь вот видно и лошадь, длинная шея. Длинная шея, кстати, делает композицию изящной. Дон Кихот такой высокий, статный. Копье, конечно, огромное. Просто вот земли и выше. Дон Кихота. Здесь, например, вот есть цепь небольшая. В Алмате вот уже лет 5, может больше, стало появляться много интересных скульптур. То есть, и правда, Алмата становится культурным центром. Я, например, человек неравнодушный к искусству, очень даже рад. Это привлекает туристов в наш город. Ну вот, это находится прямо в музее имени Костеева. Вы можете прийти, посмотреть сами, потому что, конечно, никакой видеообзор полностью всю красоту не передаст. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, будет много новых интересных видеообзоров. Там, кстати, вдалеке еще много скульптур.